Нас попросили, товарищи, в связи с обсуждением этого проекта, попросили прокомментировать по разделам. Этот проект. И вот я начинаю с первого раздела «Основы государственности Новороссии». Я думаю, что мы здесь не будем подробно делать, я остановлюсь только на некоторых пунктах, а потом Иван Михайлович меня дополнит. Вот статья 1. Новороссия. Республика Советов Трудящихся, ставящая целью уничтожения и эксплуатации человека человеком, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, каждой личности, сокращение социального неравенства на основе роста общественного богатства вплоть до полного устранения деления общества на классы. Это самое главное принципиальное положение. Во-первых, это Республика Советов Трудящихся. Кто против трудящихся, тот против здесь будет этого проекта. Кто за трудящихся, тот будет за этот проект. Во-вторых, цель уничтожения и эксплуатации человека человеком. Ну, ясное дело, как и право, так и нравственность. Если я вас граблю, то, конечно, я против уничтожения и эксплуатации. А если вы меня грабите, то вы против уничтожения и эксплуатации. Понятно, мол, опять-таки, это положение понравится трудящимся и не понравится эксплуататорам. Обеспечение полного благосостояния, свободного всестороннего развития. Это очень понравится, если это отдельных личностей. Вот это понравится и Абрамовичу, и Лисину. У них там и полное благосостояние, и свободное всестороннее развитие. Здесь вся соль всех членов общества. Вот в Конституции записать, что для всех членов общества это делается, а не отдельных избранных. Сокращение социального неравенства. Ну, те, кто уничтожает производство и при этом богаче и богаче живут, это за счет чего? За счет того, что у нас неравенство все вздувается и вздувается. Поэтому зачем тогда вообще развивать производство, зачем развивать экономику? Просто надо у вас забрать, а я буду богаче. С каждого взять сидящих по 1000, у меня уже будет 15 000 рублей. Поэтому зачем эта вот идея? Я считаю, что все, кто за социальное неравенство, они будут против этого пункта, против этого положения. Ну, вплоть до полного устранения деления общества на классы. Это вообще безобразие. Потому что деление общества на классы может, кто хочет, тоже желает уничтожить. Рабочий класс. Те, кому хуже, тот хочет уничтожить не вообще какое-то местное временное неравенство, а полное уничтожение классов, чтобы неравенства не было вообще. А равенство будет в смысле уничтожения классов. А другого равенства не будет. Одни умнее, другие менее умнее. Один больше читал, другой меньше читал. Один любит одно, другой любит другое. Никакого другого равенства и не предполагает вообще ни теория, ни практика. Вот, собственно, первая статья. Не знаю, что против нее можно сказать. Просто желательно ее, об этом не упоминать. Проект Конституции не обсуждать. Поэтому как раз просьба ко всем трудящимся, и трудящимся Новороссии, и трудящимся России, а всем, кто хочет помочь трудящимся, распространять этот проект, чтобы эта идея становилась идеей массы. А когда идея владевает массой, она становится материальной силой. Статья 2. Вся власть Новороссии принадлежит народу, который осуществляет ее непосредственно через систему советов рабочих, советов крестьян, советов специалистов и служащих. То есть рабочие и, то есть в городах, на предприятиях, которые производят промышленную продукцию, создаются советы рабочих. В селах, условном, пусть они называются сейчас советы крестьян, может они по-другому будут называться, я думаю, что вопрос не в названии. Советы специалистов и служащих предполагают, что и военнослужащие то есть военнослужащие, в том числе ополченцы, должны иметь право создать свои советы и через свои советы иметь своих представителей в органах власти. То есть в органах власти будет как бы три палаты. Это палата рабочих, палата крестьян, и палата служащих, в том числе и военнослужащих. И еще скажу по поводу экономической основы Новороссия. Экономическая основа Новороссии составляет общественная собственность на средства производства в форме советской государственной собственности. Ну, раз государство советское, значит собственность советская. А почему общественная собственность? А потому что наелись уже в частной собственности, лучше стали жить. Частных собственников убивают, режут. Срок жизни у них короткий. Я, например, вот восхищаюсь ими, как они сейчас идут и занимаются этим бизнесом. Отрежут голову. Паяльником могут пытать. Потом все отнимут, или государство отнимет, свое же, буржуазное, или свои, так сказать, коллеги в порядке конкуренции, или народ голодный набежит, оторвет, хватит, убьет, потому что вроде как неравенство для богатых хорошо, но если будет такое неравенство, что людям нечего есть, они придут и вас съедят. Поэтому ничего хорошего нету в этом деле. частной собственности. Но написано, допускается также частная собственность трудовых коллективов, групп граждан и отдельных граждан. Допускается. Это не наша цель, не наша задача, но не надо ничего закрывать. Работает, пусть работает. Если ваше предприятие общественное будет лучше работать, чем ларек, никто не пойдет в ларек, где дороже и хуже, а те пойдут в магазин, где дешевле и лучше. Поэтому и в период НЭПа, и тогда, когда страной руководила партия с Сталином, никто ничего не закрывал. Ну, естественно, эти постепенно предприятия, НЭП на Москве, они постепенно позакрывались, потому что вы видите, и сейчас закрывается. Если никто не идет, и нет этого предприятия. Поэтому не надо их закрывать. Допускается частная собственность. Кто любит частную собственность, пожалуйста, давайте трудитесь, сколько хотите, по 12 часов, никто против есть. Есть право коллективной собственности, которым обладают колхозы, кооперативы и другие объединения трудящихся. И еще один принципиальный момент. Статья 15. Экономика Новороссии является самостоятельной составной частью народохозяйственного комплекса, сформировавшегося на территории бывшей СССР. Надо понимать, что никакой особой отдельной экономики Новороссии, конечно, быть не может. Потому что слишком маленькая будет экономика, поэтому надо вступать в контакт там, с Россией. Если там фашизм будет уничтожен на Украине, то и с Украины. Если не будет уничтожен, то толку, в общем, похоже, что не будет. Но со всеми республиками, с которыми можно развивать экономические отношения, можно развивать.